Приветствую вас, и есть два момента, о которых вы упоминаете в своем письме. Первый момент – это то, что вы боитесь танцевать на дискотеках. И второй момент это в том, что это произошло в результате вот той самой ситуации, которая на вас так плохо повлияла. То есть над вами смеялась ваша знакомая, значит, одноклассница, и теперь вы из-за этого не уверены в себе. Пожалуй, начать стоит с главного и сказать, что у вас родился комплекс. Комплекс – это совокупность случайных понятий относительно того, что происходит с человеком. И у вас этот комплекс определенно связан с тем, что вы неверно восприняли, неверно поняли то, что произошло с вами. То есть нужно понимать, что 15-16 лет дети являются подростками, подростки бывают довольно жестокими, и вообще-то говоря, ваша одноклассница смеялась и шутила над вами не потому, что вы плохо танцуете, а потому, что ей это было нужно, просто потому, что она знала, что это весело, и, скорее всего, свою шутку, свое поведение не вкладывала такого большого смысла, какой вы в него вложили. И вам важно вот этот момент, это переживание, пережить заново, вырвать его, заново пропустить через себя, если угодно. Для чего? Чтобы сейчас, уже будучи взрослым, определить все слабые стороны, которые есть у вас, и более, так сказать, продуктивно проанализировать то, что с вами происходит. Кстати говоря, вы уже задавали свой вопрос, вопрос про виртуальные отношения. Я посмотрел, почему-то увидел ваше имя, потому что оно не такое уж и часто, и что-то мне подсказало, что это может быть тот человек, на вопрос которого я уже отвечал, оказался прав. И вы знаете, пожалуй, вот все то, о чем я говорил раньше, то есть ваша неуверенность в себе, она была с вами, возможно, и в том самом детстве, о котором вы сейчас говорите, то есть если вы так сильно впечатлились тем, что ваша одноклассница копировала вас на диско, то, наверное, у вас внутри была какая-то неуверенность относительно того, что вы делаете. На самом деле, если человек начинает что-то делать, человек начинает петь, если человек начинает танцевать или как-то двигаться, то всегда найдутся люди, которые захотят его скопировать, и это нужно очень хорошо понимать. То есть понимать мотивацию и отношение человека к тому, что он делает. Но если вы будете выполнять все действия идеально, все равно найдется кто-то, кто будет вас копировать и смеяться над тем, как у него карикатурно это получается. И если мы говорим о мотивации, если мы говорим об акценте внимания в этом обстоятельстве, то важно понять, что у вас акцент направлен на себя. То есть одноклассница копировала вас, и вы думаете, что вы плохо танцуете. Возникает вопрос, а чем вызвано такое вот отношение к тому, что произошло? Почему вы не подумали о том, что однокласснице, например, просто было скучно, или, может быть, она искала поводов как-то вас задеть, как-то вас подколоть, а может быть и просто такая вот веселая девочка, которая над всеми любила, может быть, издеваться, может быть, шутить, может быть, смеяться. То есть почему вы акцентируете свое внимание в этой ситуации именно на себя? Вот об этом нужно с вами поговорить. Нужно вспомнить ваши отношения с этой девочкой,
А вот можно побольше поговорить про саму девочку, чтобы понять, какие же у нее были мотивы на такое поведение и снять акцент, стопроцентный акцент, собственно говоря, с вас. Второй момент заключается в том, что вы боитесь, по сути дела, публичного выступления. Танцевать на дискотеках вы боитесь. И поскольку у вас хорошо получается это делать перед зеркалом, то есть наедине, то значит у вас есть два полюса. Два таких вот диаметрально противоположных положениях. С одной стороны, вы вроде бы как хорошо танцуете, чувствуете ритм, но с другой стороны, вы не можете это делать среди большого количества людей. Соответственно, вас никаким образом не получится заставить, да и не нужно заставлять, сразу учиться танцевать в этом обществе, потому что даже если вы до конца проработаете свой комплекс и уберете его, то он все равно по привычке страх этот будет, скованность тоже будет. И значит, нужно постепенно этому учиться. Как? Предположим, что вы боитесь того, что на вас все смотрят. Как сказал мой коллега, в принципе, люди не смотрят на других людей, они заняты своими делами, и то, что вы думаете о том, как о вас подумают, тоже говорит о вашей неуверенности в себе, которую нужно повышать. Но на данный момент я думаю, что проблему вашу именно эту можно решить таким путем, что вот вы можете танцевать одна, да, перед зеркалом, когда вы одна, все хорошо. То есть подумаем, если перед вами будет присутствовать один человек в комнате с вами, и вы должны будете потанцевать, причем этот человек будет, скажем, вашей какой-то близкой подругой, или, может быть, родственником, может быть, кем-то еще, пусть даже ваш ребенок, который у вас есть, вы будете так же переживать или нет? Наверное, вы будете переживать, конечно, но не так сильно, то есть то, что вы чувствуете обычно в очень гипертрофированной форме, будет ощущаться вами гораздо слабее. И вот в этом контексте вам нужно будет двигаться в своих действиях. Вначале вам нужно будет танцевать перед небольшим количеством людей. То есть, пусть это будет один человек, пусть это будет близкий человек, потом пусть это будет два человека, три, и так далее, и так далее, и так далее. И в определенный момент вы зададите себе такой вопрос, что, в общем-то, вы хорошо танцуете при, ну, например, знакомых людей, которые вас знают, которые совершенно точно не будут над вами смеяться, по вашему мнению. Дальше ситуация заключается в том, что количество этих самых людей будет увеличиваться, и в какой-то момент среди них вам нужно будет позволить быть тому, кто вас не знает. И если этот человек будет один, скорее всего, вы будете опять же тревожиться, но тревожиться вы будете не так сильно, чтобы это мешало вам танцевать. Так, как, например, мешает на вечеринке. И там, где один, там и два, и вот так постепенно вам нужно увеличивать, так сказать, людей вокруг себя, и постепенно вы как раз-таки от этого страха избавляться и будете. Также рекомендую вам запомнить это состояние, которое вы испытываете при танцевании, исполнении танца перед зеркалом, потому что вы это делаете на себя, и вы концентрируетесь только на себе в этот момент, и, соответственно, в этот момент вы не думаете о том, как другие люди воспримут то, что вы делаете. Возникает вопрос, для чего вы танцуете? Танцуете вы для себя, если вам нравится музыка, значит, мнение других людей, каким бы оно ни было, вас не волнует. А если волнует вас другое мнение других людей, то да, то есть причины, и эти причины, скорее всего, идут из детства, скорее всего, идут опять из-за той же неуверенности, но с этим нужно разбираться уже отдельно. То есть у вас есть три направления, три момента. Первый момент – это проработка той самой ситуации с одноклассницей. Второй момент – это постепенное наращивание аудитории вокруг вас, когда вы танцуете. И третье – это, пожалуй,
Психологическое или лучше сказать визуальное, может быть, воображаемое изолирование себя от других людей во время танца. То есть, напомните состояние, когда вы танцуете, может быть, даже закройте глаза и закрытыми глазами танцуете. Вы увидите, как вам будет хорошо и свободно. И постепенно, если вы будете закрытыми глазами танцевать, то вам будет легче не думать о том, что о вас могут подумать другие люди. Но поверьте мне, другим людям все равно, как вы танцуете, потому что люди бывают разные. Кто-то приходит просто подрыгаться, кто-то приходит действительно потанцевать, кто-то приходит просто постоять. То есть, если бы человек обращал внимание на всех, кто рядом с ним, ну, наверное, ему бы не было времени заниматься собой, а это все-таки не рационально. И вот этот комплекс методов поможет вам достичь вашей цели, но еще раз убедительно рекомендую вам поработать над своей неуверенностью, которая пронизывает оба ваши вопроса. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.